Песню о родном городе эти малыши из 17-го детского сада знают на зубок. Также хорошо знают историю родного города и страны. Все потому, что морально-патриотическому воспитанию здесь уделяется особое место. Ведь главные жизненные принципы закладываются именно в таком юном возрасте, уверены педагоги. Дети – особый народ, детство – особый период, а дошкольный педагог – особая профессия. Почему она особая? Потому что нам доверено вот это самое будущее маленькое, которое потом будет лечить, учить, руководить страной. За много лет работы по патриотическому воспитанию детский сад накопил большой опыт. Сегодня делятся им с коллегами, учителями и воспитателями других детских учреждений, а также с родителями. Ведь именно этот союз – залог успеха, а патриотизм в наше непростое время особенно необходим. Любой гражданин Российской Федерации должен быть патриотом. И чтобы быть настоящим патриотом, он должен знать свою историю и культуру, чему здесь и учат наших детей. В этом дошкольном учреждении расположен тематический музей, ведется волонтерская работа. Здесь собирают и отправляют посылки для участников спецоперации. Ребята вместе с родителями готовят презентации на военно-патриотическую тематику. А еще детский сад тесно сотрудничает с парком «Патриот». Я считаю, что то, что это происходит именно в Кубинке, в месте, которое, ну, я думаю, наиболее патриотическое место во всей Московской области, может быть, одно из самых патриотических мест и во всей Российской Федерации. Это очень символично. Спасибо вам за эту работу. Результаты такой деятельности уже налицо. Лев Давыдов когда-то тоже учился читать стихи на этой сцене. Сегодня он старшеклассник, оканчивает музыкальную школу, демонстрирует свои таланты и рассказывает о своей весьма интересной творческой и волонтерской деятельности. Я езжу в госпиталя почти на все праздники, на Новый год, на воскресные праздники часто езжу. Мы поздравляем раненых, те, которые уже выписали, те, которые только выписку. Ну, я играю там, поздравляю, дарим подарки, естественно. Военным очень приятно это. Глядя на знания и настрой этих малышей, можно с уверенностью сказать, что они тоже вырастут достойными людьми, истинными гражданами своей страны и настоящими патриотами. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».